Минуту вашего внимания, баракалуфику. Каждый раз человек нуждается в напоминании. Он нуждается в побуждении. Почему сегодняшняя ночь на нее нужно обратить особое внимание? Я насчитываю 5 аспектов. Почему? 5 причин. Первая причина, потому что это одна из ночей Рамадана. А вы знаете хадис «Ман кама Рамадан иман махтисабан гуфира мутакаддам мин замби». Тот, кто будет выстаивать ночи Рамадана с верой и надеждой на награду Аллаха, будут прощены все предыдущие грехи. Это первая причина. Вторая причина. Эта ночь одна из 10 ночей. Одна из 10 ночей. Вы знаете хадис? Как Сусым сказал, что? Лейлатуль кадр фи ашри вахи мин Рамадан. Ищите Лейлатуль кадр в одной из 10 последних 10 ночей. В одной из 10 последних ночей. Это вторая причина. Третья причина. Это нечетная ночь. Пророк Сусым сказал, что вытри меня. То есть в нечетных ночах, среди последних 10 ночей, ищите в нечетных, то есть более вероятно. Это третья причина. Четвертая причина. Есть некоторые хадисы, мы с вами упоминали один из них, хадис это Бухари, где пророк алейхи салям, когда его спросили про Лейлатуль кадр, он ответил, она 27 или 29 сказано, да? Или 29. Поэтому усиливает вероятность того, что это Лейлатуль кадр. Ума адрака ма Лейлатуль кадр. Знаешь ли ты, что такое Лейлатуль кадр? Знаешь ли ты, что такое Лейлатуль кадр? Хайр мин альфи шахр. Лучше, чем 1000 месяцев. Лучше, чем 1000 месяцев поклонения других, среди которых нет Лейлатуль кадр. И, наконец, еще одна причина, 5-я причина. Почему? Нужно обратить внимание на эту ночь особо. Потому что возможно, что это последняя ночь Рамадана. Возможно, что это последняя ночь Рамадана. Это значит, что у тебя есть сегодня возможность еще наверстать то, что, может быть, ты упустил. Из покаяния, из дуа, из просьб к Аллаху Субхану ва Тааля, из истигфара, из хушу, из смирения. Еще есть немножко возможности. А потом, если вы обратили внимание, на это указывается в Куране и в Сунне. Награда увеличивается у человека за деяния. Одна из причин увеличения награды, что совершается деяние праведное, поклонение тогда, когда другие люди обеспечены. Поэтому пророк Сусым сказал молиться по ночам, когда люди спят. Все спят, большинство людей спит, ты в это время молишься. Сказано, что поклонение во время смуты, во время войн, как хиджра ко мне, говорит пророк алейхиссалям. Почему? Потому что во время войн и смут люди в основном заняты другими проблемами, и меньше уделяют внимания поклонению Аллаху Субхану ва Тааля. То есть, когда люди заняты другим или беспечны, а ты в это время занят поклонением, то это усиливает награду, увеличивает награду. Не секрет, что многие люди, они в последние дни Рамадана уже расслабляются, впадают в некую такую беспечность, или заняты там уже хождением по рынкам, подготовкой к празднику, там, к Иду и так далее, да, и уже меньше уже уделяют внимание поклонению. Поэтому поклонение, оно сильнее. А потом, как мы с вами говорили, деяния оцениваются по их окончанию, альмурды хаватимия. Поэтому давайте будем стараться и покажем себя Аллаху наилучшим образом, в наилучшем виде. Закончим этот месяц в наилучшем виде и просим Аллах Субхану Тааля даровать нам наилучшее окончание этого поклонения и принятие его от нас. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني.